Вас приветствует команда ИЦАЯ Воронежа. Меня зовут Наташа. И сегодня мы с вами узнаем, что такое топливная таблетка. Топливная таблетка – это небольшой объем топлива, чаще всего цилиндрической формы. Таблетки загружаются в оболочку из циркониевого сплава, формируют ВЭЛ. Кстати, интересный факт. Одна топливная таблетка из диоксида урана массой 4,5 грамма выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 500 кубических метров природного газа или 500 литров нефти. Ту-ту-ту.